Доброй ночи. У нас сейчас время третий час, 9:03. Это вот списки пишем. Это мое рабочее место. Здесь иногда прилечь можно, когда получается. Журналы вот ведем. А здесь бойцы наши лежат. Продуктами, конечно, беда. К счастью, сотрудницы на участке яблоки дособирают, приносят. Да, столько бойцов раненых, что мест нет. Сейчас поселили в морге. Это помещение морга старое. Доктор сказал в морг. Холодно, значит, очень. В морг. Там еще и в коридоре много парней лежит. Обещают, конечно, переселить, но очень давно обещают. Так что пока неизвестно, что и когда. И с питанием, и с медикаментами тоже обещают давно, но пока так, своими силами.